Всем привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео, потратьте одну секундочку, не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и бесплатные робоксы. Попал на мой канал впервые и до сих пор не знаю, что у меня можно получить робоксы бесплатно. Один из таких способов — это раздача робоксов. И следующая моя раздача робоксов будет при достижении каналом 50 тысяч подписчиков. Так что подписывайся на мой YouTube канал, скидывай это видео другу, пусть тоже подпишется, чтобы раздача робоксов настала быстрее. Ну и конечно же не забывай вступать в мою группу NSUT, чтобы в дальнейшем не ждать свои робоксы 16 дней. И в этом видео комментарий дня от Алмазный Кот, который вы видите сейчас на экране. Кошачий ховерборд. Как достать этого кота? Секретные способы. Выдастся ли нам кошачий ховерборд? Именно этот миф ходит по всему подсимулятору X. И все же хотят получить этот кошачий ховерборд. Но нет еще точных теорий, как его получить. И сегодня я вам покажу или опровергну одну из теорий о кошачьем ховерборде. Ребяточки, одна из таких теорий — это докоснуться до вот этого вот летающего кота. Многие думают, что это невозможно, но нет, это возможно. И сейчас я вам это покажу. И нет, я не как многие другие оборву съемку видео, но на том моменте, как не долетела до этого кота. Но перед тем, как я вам покажу эту теорию, я бы хотела сказать, что где-то в этом видео запрятан код на 25 робоксов, который разделен на 4 части. Быть первым, кто соберет его целиком и напишет в комментариях, и получит мне 25 робоксов. Первое правило перед тем, как добираться до этого кота, это нужно, чтобы у нас были разблокированы начальные котики. Вот такой стандартный котик, золотой такой же котик, радужный котик и технокотик. То есть, мне кажется, не очень у многих есть, если нет, просто разблокируйте и все. Они даже могут не находиться у вас в инвентаре, а просто, чтобы вы когда-то их держали на руках, так сказать. Итак, ну что, начинаем наш паркурчик. Мы летим к нашему банку и пролазим, так сказать, сквозь текстурочки. Мы спрыгиваем с ховербордика, вот так вот пролазим, включаем ховербордик. Так, я чуть-чуть застряла. Пролазим ховербордик и вот сюда забираемся. Отлично, полпути уже сделано. Ну как, меньше полпути. Прыгаем по этим камушкам, просто мы летим. Ничего такого особенного. Кстати, для этого нам обязательно нужен ховерборд, потому что без ховерборда не долетишь. В принципе, тут потом можно натренироваться и потом вообще быстренько, изи по этим камушкам улетать. Мы просто, в принципе, тут пролетаем. Тут однотипный геймплей. Так сказать, знаете, как будто бы отдельный мини-режим паркур в этом Pet Simulator X. Мы уже прошли практически пол карты и допрыгиваем вот к нашей пушечке, видите, вот эту синенькую пушечку, и на вот этот вот кубик. Теперь у нас есть вот эти кубики, которые вертятся, вот такие вот с голубым контуром, так сказать. Мы ждем, пока два кубика, которые вы видите, вот это сейчас опускается кубик, и на него мы летим, то есть прыгаем с ховербордиком, летим, и сейчас будем дико мансить. Вот мы просто пытаемся удерживаться, крутимся изо всех сил, как говорится, Эдгар Дизлайкович оценил. А мы просто прыгаем, уворачиваемся и ждем, пока прилетим на самую высокую точечку, чтобы перелететь на вот этот вот кубик. Мы долетаем, убираем ховерборд и сразу же прыгаем. Отлично. Мы уже практически в самом конце. И здесь мы прыгаем и летим до нашего котика. Говорят, что надо докоснуться, и я просто его пролетаю. А теперь еще раз в замедленном режиме. То есть, еще раз замедленной съемочки. Вот как вы видите, я просто его пролетаю. У нас бейджик никакой не выдается. Ничего тоже нам не выдается. То есть, этот миф разрушен. Внезапный привет! И это внезапный привет, в котором я передаю привет моим подписчикам. И в этом видео хочу передать привет таким подписчикам, как Влог Чик Плей, Роксана, Роблокс, Рогер Лафи, Джусан Заюбхан и Фоби. Ловите привет! Ну вот, ребятки, посмотрите, этот человек с котом, этот человек с кошачьим ховербордом и этот, и все они говорили, что надо долететь вон туда, то есть, получается, они нас обманывали, а сами получили его каким-то другим способом.
Ребяточки, пожалуйста, напишите в комментариях, если среди моих подписчиков есть люди с ховербордом кошачьим, пожалуйста, мне скажите, как его получить. Ну или хотя бы какие-то догадочки, я постараюсь их тоже проверить. Вы не поверите, сколько попыток ушло на развеяние этого мифа, сколько я старалась, сколько я пыталась это пройти, думая, что миф будет рабочий, либо же разрушен, главное, чтобы вам все показать, и оказался он разрушен вот так вот, ребяточки, с кем не бывает. Ребятки, миф с вот этим получением кошачьего ховерборда развеян. Но, к сожалению, конечно же, это печальненько. Будем искать новые способы, но на этом, к сожалению, видео подошло к концу. Я надеюсь, вам оно понравилось. Но вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик. С вами была Вероника Маузер, и это Ника Шоу. До новых встреч!